ходи, ходи, я тебе сейчас все покажу. Короче, с приключениями, но мы добрались. Мы в Палермо, и вот пришли в отель. Отель необычный, то есть я ожидала, что это отель будет, а это просто дом многоквартирный. И вот мы поднялись на второй или на третий этаж, я что-то не запомнила, и третий, да? И вот зашли сюда, и вот оказались в отеле так называемом. Сначала нас сюда завели, сказали, вот вам кухня, все можете здесь пользоваться. Это кофемашина, это вам завтрак на 2 дня. Тут что? Ну, итальянский типичный завтрак. Вот эти сладости. Вот они, одни сладости. И крема, это, наверное, молоко, да? Угу. Я думаю, латте. Это молоко. Латте. Вот. То есть завтрак это вот так вот. Но зато есть все, микроволновка, есть плита газовая, есть стиральная машинка. Вот посудомоечной не вижу. Ну-ка. Вот она, посудомоечная. Шикарно. Супер. Ведерко. Вот, это холодильник. Тут вода и сок. Ну, я скажу, очень хорошо. В том смысле, что... О, еще и морозилка. Посуда какая хочешь. Вот. Прибор. Не, великолепно. Вот такая гостиная, да? Кухня, диванчик, стол, телевизор, кондиционер. Вот. Это первая часть. Идем дальше. Это ванна. Ну, ванны тут нет. Душ, биде, туалет, раковина. Так. Фен, туалетная бумага. Так, я не вижу эти всякие там шампуни. Так, это что такое? Бергамот. Это, наверное, мыло только. Угу. Да. А где шампунь? Ничего. Нам шампуни не приготовили. Вот только это. Фен. Может быть, все-таки есть. Так, это Wi-Fi. И вот спальня. Спальня. Сколько полотенец? Раз, два, три. По 3 полотенца на каждого. О, думала, интимное изделие, оказывается. Что-то такое там, типа, чтоб не сохло. Ну нет, это, Библии нету, интимное изделие. Библии нету. Обычно Библия бывает. Так. Тут дополнительные подушки и одеяло, если мы замерзнем. Ну, тоже кондиционер работает. И это гардероб. Ну, вот так. 70 евро. Сутки. Плюс есть балкончик. Приглашаю. Парни сидят. Слышно, как они разговаривают. А вон туда что? Центр города? Вот так. Балкон шикарный. Сюда. Ну, в общем, насчет чистоты мне все понравилось. Насчет помещения, оно большое. Мне единственное, что не понравилось пока, это что шампунь не нашла. Ну, может быть, я его еще отыщу. Может быть, я еще найду и потом скажу, что.
Я его все-таки нашла. Ну, если нет, значит нет. Всем привет из Палермо, это Сицилия.